с нами даже присутствует дитё, костёр, сырой лес и антуражик. Вот так вот. Костёр соплом, ну так, чтобы баллон, конечно, был подальше, и оно само себе дует и там делает, короче, вещи, разжигает сырые дрова. В руках даже, я раньше в руках его держал, сейчас просто так кладете, а он так вот лежит, это вы своими делами занимаетесь, в итоге костерок горит. Сережка тут что-то тоже занимается делами. Прекрасный осень, уже зимний, блин, лес, да? Ой, посветили в глазки фонарик. У нас тут сосисочки подтянулись, паруют. Да, чем Бог послал. Там глинтвейн. Ага. Отлично. А сейчас весь спирт выпарится, ничего? Всем щербет, дорогие друзья! Ну вот и подходит к концу наш 2017 год. Кто-то его любит, кто-то его ненавидит. У всех по-разному. И я вот вспоминаю сейчас события прошлогодней давности. Блин, мне кажется, что это все было очень давно. Уже столько воды утекло, столько всего поменялось. А на самом деле вроде бы было только год назад. И ты такой думаешь, да. Только в этот момент понимаешь, как это... Я проснулся, я был поражен, ощутил годам урон, как пел Хой в песенке про «Мне сегодня 30 лет». Почему-то именно Новый год для меня всегда какой-то рубеж. Не день рождения, нет, это все херня. Вот именно Новый год. Я всегда подвожу какие-то итоги. Мне очень хочется в канун Нового года наступающего навести какой-то порядок в своей башке, вспомнить события, какие были раньше, к чему что привело, как-то это все по полочкам разложить. Ну, я вообще, в принципе, перфекционист, я все люблю по полочкам раскладывать. А тут вот именно мысли хочется в порядок всегда привести. И вступать в следующий год с каким-то уже более сформированным планом, более таким четким и чистым сознанием. Вот, ну, что хочу вам сказать. На самом деле, мой канал в прошлом году имел 3000 подписчиков. За год я наклоцал почти еще 7. То есть еще чуть-чуть станет 10. В принципе, я эту цель себе и ставил на Новый год. Ну, немножко не дотянул, там, может, 100 человек каких-то не подпишется. Но ничего страшного. Я благодарен моим людям, уже ставшим мне практически друзьями, которые мне там пишут ВКонтакте, которые лайкают мои видео, комментируют мои видео, которые воспринимают меня таким, какой я есть. Что бы я ни любил, там, я не знаю, что бы я ни обзорил. Наверное, половина меня смотрит, потому что я говорю всем щербет или там всем вечерний говносвет. Да, сука, такой я есть, и другим я, к сожалению, не буду, и взрослеть пока не собираюсь, и все у меня хорошо. Чего, в принципе, и вам желаю, дорогие мои зрители и подписчики. К сожалению, шампанского, даже пива нет, ни хрена не успел купить, работаю как собака, и в этом году уже видео вряд ли выйдут. Увидимся уже в новом 2018 году с новыми силами. С наступающим вас, дорогие мои. Увидимся. Пока.